Например, глаголы любить, покупать, хотеть, приходить. Большинство глаголов, которые заканчиваются на «те» в русском языке, это начальная форма глаголов. Начальная форма. А начальная форма – это и есть инфинитив в английском. Чтобы образовать инфинитив в английском, нам просто надо поставить перед частичку to. To love. To buy. To want. To come. Инфинитив – это начальная форма глагола, который мы образуем с помощью частички to.